Привет, YouTube! Сегодня у нас автомобиль Opel Astra J, Япония. Вот, приехал он 2010 год, 1.6 турбо. Приехал он с такой проблемой, что у него в баке вакуум, короче, бак сдувается, хлопает, там, ДТП. Вот, сейчас будем снимать бензобак. Значит, надо открутить вот на горловине хомут, заливная горловина, рассоединить надо вот этот быстросъем, этот перелив. С этой стороны, значит, вот он сам адсорбер, он снимается вверх, так мы его не снимем. Значит, надо вот эти три трубки разомкнуть быстросъема. Значит, сам бак крепится вот две ленты, один болт на 13, вот второй болт на 13, ленты разного профиля, когда будете ставить, не перепутайте. Вот, и вот там вот такие салазки, ну видно, что она через большую прорезь, лента вообще вытаскивается. Вот, что здесь, что здесь. Вот, когда бак немножко приопустите, ну, желательно, чтобы он был как можно более пустым, вот, там останется вам только разъем, который идет на колбу бензонасоса. Вот, его снимете, и бак у вас в руках. Вот мы сняли бак, клапан проверили, который идет вентиляции от паров. Вот, все работает там, сняли бак. Вот, вот адсорбер, вот бак, вот адсорбер, так он стоит. Вот, значит, начали проверять адсорбер. В общем, вот какая тут система. Так, это трубка с адсорбера. Два шланга забора паров из бака. Это вот этот шланг. И вот этот шланг, вот здесь вот они в один соединяются и идут на адсорбер. На адсорбере есть такая вот колоночка нарисована, это с бака. Вот. Другая трубка, вот эта короткая, которую мы сняли, она уже идет вот на второй сосок, она идет уже под капот, на клапан адсорбера и впускной коллектор. В общем, вот сам он так выглядит. Снимается он вверх с бака, вот такая вот защелка, вот она имеет такой вид. Эту защелку надо отогнуть в сторону адсорбера, да, и как бы вытащить его вверх, поднять. Значит, вот эти трубки я показал, вот это вентиляция с бака, это идет на коллектор. И еще одна трубка есть, вот, скорее всего, частая причина, вот на эту трубку. В общем, в это отверстие вставляется вот этот фильтр. Вот так он выглядит. Вот чем он вставляется. Здесь внутри такие два пролончика. Вот они были забиты наглухо. Это фильтр для связи с атмосферным давлением, с воздухом. Вот. И если здесь будет забито, вот эта трубка, вот эти фильтры там, то, естественно, как бы забор воздуха из бака будет, ну, превышать как бы по объему воздух, который сможет пройти через этот фильтр. Вот, и тогда в баке будет вакуум создаваться, и он будет схлопываться как бы, ну, вот так вот. В принципе, эта система здесь простая, тут как бы клапанов никаких больше нет. На адсорбере никаких электрических ничего частей нету. Вот. Либо сам адсорбер наглухо забит. Ну, тогда как бы бака это не должно было бы коснуться, да, по идее. Вот. Ну, такая вот неисправность. Сейчас мы вот этот фильтр продули. Продули адсорбер тоже. Вот. Он дуется во все дырки, куда ни дунете, из остальных дыр должно как бы, должен идти воздух. С ним как бы редко что бывает, тем более машине всего 3 года. Вот. Поэтому я думаю, сейчас мы все поставим, и я сниму, как будет машина.
машина себя вести уже с установленным баком и заведенная. Да, готов. Запускай мотор. Ну, блядь, я тебя наебал включай. Ключей не было. Сейчас проверим. Сосет бак воздуха по-прежнему или нет. Так. Прикладываем бумажку. Не прилипает. Газани. Падает. Нет, не держится. Ну, а раньше, сами понимаете, открываешь, он вот так вот делал. Все. Все, глуши, наверное. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал.